Всем привет, друзья! Я Женя Прохоров, и это канал Прохоров про лайф. Он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. И сегодня я вам предлагаю провести целый день со мной. Сколько стоит один день на Кипре? Да, именно так. В конце выпуска я подведу итог, сколько стоит один день на Кипре. В течение дня мы будем отдыхать, тратить денежки, пользоваться услугами. Я буду все это озвучить, будет очень интересно. Поэтому досмотрите этот ролик до конца, будет очень интересно. Ну что, заинтриговал? Тогда поехали! Привез Мирона на баскетбол. У него баскетбол по субботам и воскресеньям, 4 раза в неделю. Вот такой большой спортзал. Сейчас покажу вам. Друзья, тренировки проходят по субботам и воскресеньям, соответственно, 8 раз в месяц. Стоимость $60. Преподает очень талантливый тренер из Беларуси, Дмитрий. Вообще просто топ-топ. Очень классный подход детям, большой опыт именно в обучении, и он сам профессиональный спортсмен. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался баскетболом здесь, в Эскеле, вы можете мне написать комментарий, либо спросить, все контакты в описании. Я с удовольствием, я с огромным удовольствием поделюсь контактами тренера. Поэтому, друзья, спорт – это сила. Короче, заехал на заправку. Литр бензина 95-го стоит 37 лир 45 копеек. Ну, их, или как они там называются, местные. Здесь, смотрите, на всех заправках вы всегда, вы можете не выходить из машины. То есть всегда вас встречает. Кстати, русскоговорящий. Говорит, полный бак. Я уж удивился. Да, полный бак. Так, и здесь вот такого плана маркеты сразу же на заправке. Так, значит, такой маркет здесь. А, ну здесь, видите, чисто химия. Ну, а так обычно у них в маркетах продаются еще, ну, напитки, как магазинчики. Причем цены не как в наших заправках, а они как в магазинах. Сколько у меня получилось? Это 42 литра, да? Да, 42 литра. Так, сейчас идем в спортзал. Это у нас новый спортзал в Пантеоне. На канале моем есть его торжественное открытие. Очень удобно, расположен в шаговой доступности. Вот, ну погнали, посмотрим. Я здесь прилагаю. И здесь все открывается. О, все. Здорово, братан. Хэй, бро. Все. Тоже мой братан еще один. Их разыскивает полиция. Короче, то есть получается спортзал. Спортзал у нас тоже бесплатный. Он входит. Не то, что он входит в стоимость. То есть если вы владелец апартаментов в Цезаре Резорт, то или Цезаре Бич, в любом из Цезарей, то вы пользуетесь всей инфраструктурой бесплатно. Что касаемо аквапарков, саунов, хамамов, в общем, всего-всего-всего. Все бесплатно. Все. А сегодня меня пригласил этот... Вот этот чувак в оранжевом, у него день рождения, у него день рождения в среду. Говорит, приходи, будем этот, танцевать. Он нет. Вискарем не отделал. Вискарем? А он вискарь обещал? Мне ничего не обещал. Ничего не обещал, но надо его задержать теперь. Ладно, короче, попросил видео поучаствовать в каком-то. Шельдар объясняет иностранному человеку, как надо делать. Спид, 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 максимум спид, максимум спид. Максимум. You need pumping, understand? Let's do this. Тренируем, короче, человека. По всем вопросам, по тренировкам, пишите комментарии, обращайтесь в директ. В общем, мы оттренируем вообще. Мы из любого человека сделаем машину. Так что, друзья, не забывайте подписываться и ставить лайки. В общем, сделали из человека мировую знаменитость. Все снимают его, видите. Вообще просто. Он в моменте стал миллионером, короче.
Человек буквально прям поднялся, точнее спустился к нам, спомукали. А потом поднялся в спортзал. Так, массовка пошла, улыбаемся. Так, все, изображаем интерес, нам все интересно, да, помнишь, вот тогда, когда ты был писюном мелким, а я к тебе подошла, и ты, точно, я помню, бать твою, да, эту историю. А, так это и ты была, ёб твою мать, здорово, корова, ну все, давай, фото за знаменитостью. Of course, sure, давайте, everybody, салам пополам, раздает подарки, короче. Давай, дай мне. Ну, for me. О. Black Bear. Без сахара, ё-моё. Happy birthday! О. 4-5. Sugar free. Короче, вот, сейчас будет групповое фото. То есть чувак, он как бы и убирается, и тренирует, короче, занимается вообще всем. Вот взял, организовал просто людей из разных стран. Просто вот для своего клипа. Ну, красавчик. Ну, видите, сколько людей. Просто кто-то с беговой дорожки кого-то собрал, кого-то там девчонок из угла выгнал. Вот такие движухи у нас тут происходят. Кстати, энергетик был 0 центов. Так как мы считаем сегодня все, что стоит. Выдвигаемся в аквапарк на Цезарь-Блю. Кстати, уже сказали в чатах, что там стоят милиционеры и проверяют документы. И с радаром стоят на скорость. Так что будем предельно аккуратны. Предупрежден, значит вооружен. Так, мы прибыли в аквапарк. Так, здесь у нас получается проход по QR-коду. Так, и проход получается сюда. Тоже стоит 0 долларов, 0 центов, короче, бесплатный. Для всех резидентов, соответственно, комплексов Цезарь. 12-го аквапарк работает с 10. Соответственно, если хотите занимать места получше, надо, наверное, приходить пораньше. Ну, хотя, в принципе, вон там, смотрю, свободные места еще есть у детских горок. Поэтому проблем не будет. Везде сидит охрана, точнее, ну, спасатели. Так, в общем, захватываем лежаки. Захватываем, то есть, в принципе, как раз время 11:30, еще есть возможность, шанс что-то словить. Также, смотрите, здесь у нас достраиваются виллы цезаревские, дуплексы, там же дальше новый комплекс, и там у нас еще Пальм Джумейра. Цезарь у нас развивается на глазах, прям расстраивается. В общем, друзья, очень много здесь объектов, которые вы также можете приобрести через меня. Пишите комментарии, если вы хотите на тур. А пишите, знаете что, пишите «хочу в тур». Во. Кто напишет «хочу в тур», того, соответственно, встречу здесь. Поставили новые мешки такие-то, типа курилок, наверное. Так, это зона ресторана. Так, это у нас здесь бич-бар. Little video, окей? Okay? Если бы не стояли там полицейские. If police don't stand on the bound, it's a very good picture. Что, мы заказали? Так, мы заказали. Что мы заказали? Айс латте и айс американо, 195 и 175. Да, кстати, друзья, здесь для всех резидентов Цезаря скидка 10%. Это вы говорите, что у вас QR-код, либо показываете его, и вам делают тут же как бы скидку. Поэтому тоже приятный бонус, кстати, да, 10%. Все, давай чокнемся. О, да. За хороший отдых. В общем, кайфуем здесь на Цезарь-Блю, друзья. Комплекс, еще раз говорю. Ну ладно, я не буду рекламировать ничего, но комплекс офигительный.
В 12:45 уже отключили горки. Соответственно, у них обед где-то с часу, наверное, до двух будет. Короче, здесь люди все обедают. А мы идем обедать в новый итальянский ресторан. Мы еще в нем не были, но наслышаны о том, как там вкусно. Поэтому идем обедать в итальянский ресторан, а потом едем, идем в Цезарь-Бич. Ну, едем. Так, приехали в ресторанчик. Сейчас вам покажу, как здесь. О! Итальяна, все, закрывай, Итальяна. Скажите, что там сейчас поэтому новое, то, что в меню нету? У нас специальное блюдо сегодня. Прошутто мелон – это салат. Прошутто машрумс, прошутто с грибами – это пицца. И специальная паста с лобстером. Сколько стоит? С лобстером? Да. 1200. Ага. И специальная паста со стейком лосося, паппарделле лосося. Ага. Сколько? 600. 600, о, ну, понял. Жду пока свое блюдо. Маша пробует буррато. Говорит, не снимай меня. Ладно, сейчас она попробует, я вам скажу как. Подождем чуть-чуть. Ну что? Достойно? Для Северного Кипра. Окей, для Северного Кипра достойно. Так, пришла моя лингвини фрута ди маре. Смотрите, какая. Значит, у нас получается, что лингвини у нас стоит 600 лир, а машин салат стоит моцарелла буррато 340 лир. И вот эта штучка называется пиадиза. Пиадиза. Без этого. Она стоит 230 лир. Ну, еще мы взяли водичку, колу. Такую еще у Дани сейчас будет блюдо. Счет в конце общий я покажу вам обязательно. Салат прошутто с дыней. Первый раз такой вижу. Какой-то новый. Очень, очень сложный салат. Его очень сложно сделать. Стоит 450 лир. Друзья, покушали в этом ресторане, познакомились с ним. У нас, в общем, общий обед получился на 3060 лир. Вот, нам все очень понравилось. Ну, единственное, что, конечно, дыня с прошутто, ну, так себе такое удовольствие. Ну, говорят, итальянцы любят, но мы не итальянцы. Нам, мне не очень зашло. Хотя салат с макарошками, да, не понравился. Ну и паста. Паста, конечно, безумно вкусная. Итак, мы попадаем в Цезарь-Бич. А, Цезарь-Бич. Поехал. Поехал кирпич. Так, ну что, мы припарковались и идем к морю. Ой, море сегодня безумно красивое. Надеюсь, кабаны у нас будут свободны. Надеюсь. Все, наша кабана свободна. Вот это вот. Так, вот у нас здесь пляжик такой. Народ тусит. Ай, бро. Диджей. О. Так, друзья, рассказываю вам, короче, по ценам здесь. Значит, кабаны вот эти вот, которые мы снимаем, они стоят, каждая, одна из кабан, 2000 лир. Значит, в эти 2000 лир это является депозитом. То есть вы на них можете там приобрести себе кальян. Кальян стоит от 800 лир до 1200. Кальян очень классный. Блин, нельзя рекламировать, конечно, табако, но, в общем,
Кальян стоит от 800 до 1000. Табак российский. Ладно, далее пошли. Значит, у них здесь есть гидроциклы. Гидроцикл. Гидроцикл и, соответственно, еще есть сабы. Так, значит, сабы у них. Сабы. А, ну вот, в принципе, вот прайс вам, пожалуйста. Саб получается 10 евро. 30 евро. А, лессон. Уроки, все прочее, йоги какие-то еще есть. Один час на сабе стоит 10 евро. Если вы хотите покататься на гидроцикле, то он будет стоить, точнее не будет, он стоит 30 евро 10 минут. То, друзья, цены, в принципе, приемлемые. Ну как, гидроциклы всегда были чуть дороже, поэтому хотите, берите, не хотите, не берите. Это у нас уже пристань, относится к фасизану. А вот этот вот красавчик, как раз таки на нем можно покататься было. В общем, друзья, вообще кайфуем, здесь живем уже почти 2 года. Обалденный климат, обалденные люди. Ну, все, что вам нужно, это иметь какой-то доход, конечно же, потому что работать здесь, кроме как продавать недвижимость, больше работы другой нет. Поэтому, ну, для людей, ну, не знаю, если там у вас свой бизнес какой-то, там, ресторан, еще что-то. Вот, хотя, видите, вот даже итальянец нашел возможность работать. Поэтому было бы желание. Приезжайте ко мне, я вам помогу, чем смогу. И пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Это очень помогает моему каналу развиваться и расти. Вот. Так что такие дела. Ладно, пойду я там, у нас кальянчик принесли. Вот он, сладенький. Как в Шахерезаде, знаете? Сел, сидишь и кайфуешь. На фоне моря. Вот так вот. Сказали еще strawberry milkshake. How much? 251. А, короче, один стоит 250 лир. Ева, Мирон, будете? Вот, Мирон, Ева, берите. And one, yes, and one for my eyes. Thank you, bro. Так, и несем милкшейк для моей любимой. О, Маша у меня тут как Шахерезада такая обложилась. Так, друзья, меню. Сейчас я вам покажу меню. Ой, сори. Меню такое же, как в ресторане, то есть один в один. Так, нас инструктируют. Решили взять сабы. Первый раз. Стефано здесь руководит непосредственно всем этим заведением. Другой стороной, Мирон, налево, лево греби. В общем, нужно здесь вообще стоять, но очень тяжело. Он очень удивился, когда мы взяли детей еще. Он говорит, да. Я немножко не понял, почему он удивился. Я думал, это все просто. Но это не очень простое мероприятие, я так скажу. Но Маша, судя по всему, все по кайфу. И она уже вон. В общем, наши красотки нас опередили. Hello, hello, моя хорошая. Лодка очень быстрая, да. Данюха тоже приловчился, но стоять еще не смог. Ой, Мирон, только не здесь, давай там подплывем. В общем, с такими классными пейзажами. Так, друзья, в общем, на биче мы посидели, получается, на 2000, сейчас у меня тут подсказочка, на 1470 плюс кальян, итого получилось 2270 лир. Плюс мы покатались на сабах. Один саб на час получается 350 лир, итого получается 1050 лир. И еще, как вы видите, светит солнышко, и я без очков. А почему? Потому что мои очки теперь где-то там, в Средиземном море. Это еще минус $100 или там $120, я уже не помню, но не суть. В общем, сегодняшний день
нам обошелся в 6380 лир, плюс можно посчитать еще и $100 за очки. Но это их можно было не терять, поэтому их можно и не считать. Жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров, это канал Прохоров про лайф. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если появились вопросы, задавайте их в комментарии или звоните. Все контакты в описании. Кроме того, у меня есть сайт cncdefiscyprus.com. Там есть вся подробная информация о покупке и аренде недвижимости на Северном Кипре. Переходите. Ну что скажешь? Что нужно ставить мне? Ну, лайки, наверное. Лайки, подписку, колокольчик. Молодец. Так, а еще у нас здесь барбосы. Это новые серии. Скажите лайки? Вот лайки пришли. Поставили лайки сразу, видите, пришли лайки.